Привет, друзья-пилоты! У меня новое приобретение. Немецкий самолет-бомбардировщик Henkel 111 H2. И он очень неплох. Сейчас посмотрим. Одно, кстати, из преимуществ, что он очень востребован. И в ожидании на бой очень часто практически даже не приходится ждать. Он востребован, он сразу загружается. Так. Будьте наготове. Там, вы подлетаете к зоне столкновения. Самолет позволяет бомбить достаточно прицельно. Высоту он набирает гораздо выше, чем другие бомбардировщики на его уровне. И достаточно даже высоко, я бы сказал, чтобы до него не долетели тяжелые истребители. Таким образом, набираем высоту и прицельно бомбим. Все, что попадается на нашем пути, на нем очень хорошо рубить жетончики, собирать всякие детальки в победных боях, шестеренки. Все это делается на этом самолете. Раз, и полетела пачка бомб. Ну, мешают, бывают, да, помощники. Ты бомбишь, пока есть бомбы донизу долетели. Твои помощники тебе уже помогли, бомбы просто улетели в никуда. Ну, не в этот раз. В этот раз все удачно. Одна пачка бомб, объекта нету. Так, кто-то хочет. А нет, это соседи. Тоже пытаются бомбить аэродром. И вот на таком бомбардировщике очень удобно, я говорю, рублю на нем детальки, шестеренки, выполняю задания первого уровня и наслаждаюсь игрой. Очень рекомендую.
Сообщают о резком ухудшении погоды. Поддержка не сможет вам пробиться. Как слышите меня? Прием! Воздух наш. Так держать, пилоты! Итог боя — предсказуемая победа, медаль Ланага, и еще из один больших плюсов — это большая выживаемость этого самолета. Почти во всех боях он выживает. Мы получили жетончик, мы получили запчасти, разбомбили 17 вражеских объектов, еще всякой беды наделали бортстрелком. И, собственно, самолет хороший и достойный.